Здравствуйте. Как вас зовут? Абдул-Азиз. Сколько лет? 20. Что вы будете делать? Битбокс. Ну, мы готовы? Давайте. Начинайте. Ladies and gentlemen, how are you feeling tonight? My beatbox is coming. Let music. Абдул-Азиз, первое, я хочу вам задать вопрос. Зачем вы на этом проекте? Я хотел показать свой талант. Вы хотели показать свой талант, но... Скорее всего, битбокс с кавером. Битбокс с кавером. Второй вопрос. Кавер на какую песню? Я не поняла. Plain Jane. Импровизация. Понятно. Он просто переборщил, перемешал. Честно сказать, ваш талант я, конечно, ценю, но очень большой минус у вас – это вам надо будет не над собой работать, не над талантом, а над собой работать, если вы хотите продолжить творчество. Ну, давайте вердикт тогда. Алаудин. Да, спасибо за выступление. Абдул-Азиз Джон, я говорю вам нет, спасибо. Удачи. Ситора. Мой ответ ясен. У вас три нет, и вы не проходите на второй. Спасибо. Спасибо. Удачи вам. Меня его выступление не удивило. Я вообще не поняла, что он закаверил вообще, что он пел. Вот это вот дум-дум-дум-дум бить по голове. Но пару звуков какая-то у него... монотонность была. Вот да, да, монотонность была. Ну, пару звуков у него такие были удачные, именно да. Молодежные. И он хорошо начал, что-то потом вот прервал. Талантливый человек талантлив во всем. Просмотреть видео – это тоже талант. Будьте с нами!